Табаляки активно выражают поддержку специальной военной операции на Украине и президенту России Владимиру Путину. Сегодня, когда в мире вновь поднимает голову нацизм, что казалось совершенно невозможно после того моря горя, слез, страданий, которые весь мир пережил в годы Второй мировой войны, наша страна, так же как и 80 лет назад, встала на защиту и на борьбу с этим злом. Я полностью поддерживаю политику президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Я горжусь нашими солдатами, которые защищают наше будущее. За более чем тысячелетнюю историю нашей страны мы не раз переживали очень тяжелые времена. Менялись века, события, лица, но неизменным оставалось одно – сила наша в единстве. И сегодня мы должны сплотиться, чтобы отстоять нашу свободу, наше достойное настоящее и будущее наших детей.